Орловские полицейские задержали похитителя колес. На улице Кукушкина, что на Силикатном, злоумышленник разул автомобиль «Газель». Однако сбыть похищенное он не успел. Более того, колесному гангстеру даже не удалось скрыться с места преступления, где его задержали полицейские. Подробности дела не разглашаются. Уголовное дело возбуждено по статье, часть 3, статьи 30, пункт 2, части 2, статьи 58. То есть покушение на тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину. Сейчас задержанный находится в Орловском СИЗО. От дачи показаний он отказался и вину свою не признал. Максимальный срок наказания за данное преступление в виде лишения свободы на срок до 5 лет.